На этот раз в центре внимания судьи Олег Демин, сын замглавы Барнаула Сергея Демина. Правда, теперь с приставкой «экс». За решетку отец попал первым, когда его, как чиновника, обвинили в получении взятки. Вы что творите? Это невинного человека, вы убите. Прокурор, как с этими, кормить будешь детей своих. Своими грязными. Так сын и супруга отреагировали на приговор Демина-старшего. 9 лет колонии строгого режима. Их нецензурная лексика и стала поводом для нового уголовного дела. Всем понятна реакция моей семьи, моих родственников. Почему они так говорят, почему они так поступили. Мы абсолютно не согласны и будем бороться. Позже Олег Демин угрожал сотруднику ФСБ. Сейчас его обвиняют по 318 статье. Угроза применения насилия в отношении представителя власти. Со слов семьи все выглядит иначе. Сейчас угрожают им, обещая посадить за решетку каждого. Избрать в отношении подозреваемого Демина Олега Сергеевича 2 июня 87 года рождения меру пресечения в виде заключения по страже сроком на 10 суток. Это время Олег Демин проведет в СИЗО, однако не исключено, что срок продлят. Тем временем дома у мужчины осталась беременная жена и маленький ребенок, а его уголовное дело может повлиять на апелляцию по делу отца. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.